Паспорт – не просто документ, удостоверяющий личность. С момента, когда молодой человек получает его, для него начинается своего рода новый отсчет времени. У 14-летних граждан появляются права и обязанности, многие из которых уже в немалой степени соответствуют взрослому поведению. Например, можно пойти работать, правда, пока еще на неполный день. Можно распоряжаться заработанными деньгами, но при этом, если говорить уже об обязанностях, надо соблюдать договорные отношения с работодателем, быть дисциплинированным, ответственным за результат своего труда и так далее, перечислять можно и дальше. Понятно, почему этому событию, получению паспорта, придают такое серьезное, можно сказать, особое значение в семьях, почему на процедуру вручения главного документа страны в МФЦ приглашают почетных гостей. В минувшую среду 8-14-летним мальчикам и девочкам паспорта вручили исполняющий полномочия главы городского округа Щелково Сергей Горелов и депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Я получил паспорт, стал гражданином Российской Федерации. Что ты чувствуешь? Повзрослел. Сегодня произошло знаменательное событие для этих восьмерых молодых людей. Они получили впервые свой первый главный документ жизни. Это паспорт гражданина Российской Федерации. Но пожелать хотел бы им в жизни, учитывая то, что сегодня, получив этот документ, они практически шагнули в новую, ну не совсем еще взрослую жизнь, за них еще все-таки, конечно, отвечают родители. Пожелать хотел, чтобы они нашли себя. Закончили школу, получили высшее образование, создали семьи. И трудились на благо городского округа Щелково. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».